Премьера уже на этих выходных. 29 марта в 15:25 смотрите новый спектакль театра «Грань» по скриптум. Сколько бы мы ни бежали, мы не догоним друг друга. Актеры сыграют людей, находящихся между двух миров – жизни и смерти. Главные герои оказываются запертыми в одной комнате – распределители. У каждого своя судьба, свой грех и свое оправдание. Чем закончится эта судьбоносная встреча, не пропустите. Только на «Самара ГИС».